За ініціативою Всесвітньої організації гастроентерологів, 29 травня відзначають День здорового травлення. Його мета – звернути увагу на проблеми харчування в сучасному ритмі життя. Адже хвора людина не може бути щасливою. Одним із секретів здоров'я є правильне харчування. Про це добре знають і акерманці. Чтобы не беспокоил желудочно-кишечный тракт в первую очередь, это что особенно меня касается. Но просто надо еще время иметь. На все не хватает времени. Чтобы придерживаться этого всего, надо побольше дома сидеть, а у нас этого времени нету, мы работаем. И получается, я на рынке работаю, овощами торгую, и получается, утром съела что-то, чай попила, и аж вечером пришла, что попало, что есть, вот и все. Ну, конечно же, хотелось бы поддержать немножко диету, как бы больше растительного происхождения. Проте, як кажуть фахівці, якісь особливі дієти не потрібні, якщо ваші прийоми їжі будуть вибірковими та якомога частішими. Просто нужно дробленно питаться и часто. Раз 5-6 в день. Большие пользы нельзя, желудок разобьешь, такой будет большой, и потом постоянно у тебя будет жор. Кушать, кушать, кушать. Для тих, у кого замало часу для приготування їжі, можливо, буде корисна наступна порада. После 6 лучше не кушать. Тяжело для желудка. И лучше утром хорошо позавтракать, чем в обед. Ну, напихаться. А так, в принципе, как все. Много физически что-то делать. Бегать, прыгать, я не знаю, двигаться по дому. Лень – это самое худшее. Это рай для жиров. Если вы хотите что-то сбросить, похудеть, я не знаю, привести себя в тонус, просто двигайтесь больше. Даже не обязательно бегать по утрам. Или там, я не знаю, делать какую-то физзарядку. Просто быстрее двигайтесь. И поверьте, и забудьте о лифтах. Спорт та рух – це життя. Кожен знає про необхідність фізичної активності, але не завжди є можливість скористатися цією порадою. Замість цього деякі акерманці виключають із свого раціону смаколики. Вони замінюють їх на продукти природного походження, котрі позитивно впливають на обмін речовин та роботу шлунку. Все, що вкусненьке, не можна. Це моє головне правило. Ніяких ні майонезів, ні сладостей. Пытаюсь приучить старшего ребенка, младшего пока это не касается. Муж пока не поддерживает. Он только приехал, и у нас всякие гадости в холодильнике появились. Так что пока боремся. Наостанок, найголовніша, найпростіша у реалізації та найефективніша у покращенні роботи шлунку – порада від мешканців Білого міста на березі лиману – склянка води. В течение дня и с утра просыпаюсь, стакан воды. Натощак. Побольше воды пить, фрукта, овощи сезонные наши домашние. Так, в принципе, все. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.